Привет, друзья! Сегодня расскажу и покажу, как поменять пароль ВК для своей страницы. Буду использовать фирменное приложение с тем самым новым дизайном. Способа будет два, если вы помните свой пароль и если вы его забыли. Пойдем по порядку. Если вы помните пароль, откройте приложение. Здесь нажмите на иконку профиля. Далее три полоски. Смотрим вниз и видим настройки. Нажимаем. И открывается вот такая страница. Посмотрите на свое имя. Под ним будет строка «Управление аккаунтом ВК Connect». Нажимаем. Здесь строка «Безопасности вход». А теперь находим строку «Пароль». Нажали и видим следующее. Здесь нам нужно указать текущий пароль. Указываем. Пароль я указал. Нажимаю «Отправить». Если вы указали данные правильно, откроется вот такая страница. Здесь нужно указать новый пароль два раза. Соответственно, вводите его в первую строку, вторую и нажимаете «Сохранить». После этого пароль поменяется. Но есть один нюанс. Если вы также авторизованы на других устройствах в своем же аккаунте, там произойдет деавторизация. То есть на этих устройствах вы выйдете из аккаунта, и для входа нужно будет указать новый пароль. Это сделано ради безопасности. И второй способ. Если вы забыли свой пароль, сразу очень важная информация. Вы должны иметь доступ к тому телефону, на который происходила регистрация аккаунта, поскольку на него придет сообщение или поступит звонок. Также может быть достаточно адреса электронной почты, если она привязана к вашему аккаунту. Открыта страница профиля, нажимаем на три полоски. Далее настройки. Опускаем страницу. И нажимаем выйти. Снова нажимаем выйти. И видим такую страницу. Здесь нажимаем «Войти в другой аккаунт». Открылась главная страница приложения. Ничего не вводим, а смотрим на строку «Пароль». В ней нас интересует знак вопроса. На него мы нажимаем. Вот такая страница открывается. И здесь мы указываем либо номер телефона, либо адрес электронной почты. У меня это телефон. Номер телефона я добавил, нажимаю «Далее». Проходим капчу. После этого пишем ту фамилию, которая указана в вашем аккаунте. Нажимаем «Далее». И если видим свою страницу, нажимаем «Это моя страница». Я вижу свою страницу, все правильно, нажимаю. Важный момент. У вас есть устройство, на которое выполнен вход на указанную страницу. Даже если они есть, нажимаете «Нет». Чтобы продолжить, подтвердите, что вы владелец аккаунта. Нажимаем «Продолжить». Поскольку я указал номер телефона, на указанный номер поступит звонок. На него не надо отвечать, просто запоминаем 4 последние цифры, которые нужно будет указать. Нажимаю «Позвоните мне» и жду звонка. Звонок пришел на нужный номер, указываю последние 4 цифры. Я указал все правильно, поэтому открылась такая страница. Здесь нужно указать новый пароль два раза. Пароль я указал, нажимаю «Подтвердить». Успешно. Пароль изменился. Нажимаю «Закрыть»
и открылась моя страница. Как видите, ничего сложного. Но есть нюанс. Для следующей смены пароля должно пройти не менее 12 часов. Во всяком случае, это актуально на момент записи видео. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.